А? Один болт, один болт. А вот такое ощущение, что свежий, как будто его вчера. Вот они все такие, понимаешь? Вот потому их. Да вот один болт, а? Ну был бы, было бы воздуха чуть больше. У меня то 110 осталось это. Бля, я уже и то, что ты и так и так. Да, у меня 40. Что-то навряд ли вас заведет. Он. Ну давай полоставим к нему. А якорь-то надо взять. А сходишь за ним, сможешь, у тебя 110 осталось. А? Да, а сходи за ним, если сможешь. У тебя 110, если осталось, то что? Ладно, давай полоставим. Не я, где мне дерево? У меня 35 бак. Держи мою маску, а? Давай еще немножко. Еще чуть-чуть. Ощущал бы рулон течение. А я вот еще как. Вот прямо над столом, знаешь, как дует. Можно вообще нас на меня восстать, тебя несет. О, есть.
раз, да, полюбаться. Я так Леха таскал палаты. Ага, я тоже. Меня тоже так таскали, тяжело на самом деле. Все, легли на прямой курс. Сейчас, скоро будем, на месте. Держись, держись, осталось чуть-чуть. Глуши. Глуши, глуши. Приехали. Вот бой. Наехали. Ага. Бой с этой стороны. Он за веревку, наверное, схватился. Короче, давай тут крутиться. Да. Берег не видно. Это все, что видно от берега. Там мы вот видим какой-то маяк, не маяк. А, что-то я вообще его не вижу, что он не мигает. Угла заволокла. Угу. Средиземного. Да. Буёк, маяк. Маяк, буёк, буёк. Да. А мы круги нарезаем. А мы нарезаем круги. Как акула. Ходим кругами и ждем, когда он вынырнет, чтобы его сожрать. Мы прошли там, не знаю, буквально, ну, не знаю, метров, не знаю, там, 30, наверное, может, меньше, 20-30, что-то такое. Ну, поползали там немножко, галсами походили, и вдруг я увидел иллюминатор. Да, и на этом, собственно, с одной стороны все началось, с другой стороны все кончилось. Растянуло. Что? Да, берег стал виден, разошлось. И маяки видны теперь. Ты якорь-то цепанул? Якорь отцепил? Ну как-то бочком плывет, так что похоже, что у него в одной руке якорь.